Messi against Keylor Navas, and the goalkeeper has made the save. Off the knee, onto the crossbar. Количество ударов для команды низкой души. Ох, какой момент неприятный для Кейлора Наваса, и нужно заиграть мяч до конца. Пошли еще и добивания. После рикошета мяч изменил направление полета. Le jeu à deux, Bouanga dans la surface de réparation qui va essayer de frapper. Oh, la frappe de Bouanga. Y para Mbappé, ahí está el Belé. Uy, qué mano tan dura, metió abajo Keylor Navas, otra vez acariciando el dinero. Сегодня какой момент, еще какой ударище, Keylor Navas. Ох ты, какой моментище, и это Йозеф Атай. Ну вот у кого, конечно, что, ох, какая грубая ошибка. Махмуд, например, бьет и угловой зарабатывает Башак Шакир. Keylor Navas. Está en la frontal, que pisa área, que desborda, que busca el pase, la pone de... ¡Al palo! ¡Al palo! И при Почетино подача Амума. Какой момент! И выручает свою команду. Sur Thierry, Thierry quand il pousse vers Tseka. La frappe de Tseka. Au premier poteau, quel arrêt de Keylor Navas. Oh, se para el centro, balón dentro, interior del área, el remate. Busca una descarga de cara al mosquito, balón para Busquets. La sacó de manera súper ortodoxa Keylor Navas. Se marchó al suelo, la acabó repeliendo. No sé con qué parte de su anatomía. Encore une fois de Keylor Navas. Ok, ça lui est arrivé dessus, mais il fallait être là quand même. Attention, ça a été joué rapidement avec la frappe d'Andy Delors qui a été touché. Ce sera donc un corner. Me extrañaría que el Barça cambiara. Uy, qué balón de Griezmann, de Belé. Otra del Mosquito, otra vez Keylor Navas. Está acariciando. Madrid, как это происходит прямо сейчас. Вот такой момент. Il obligatoire que la première frappe et première intervention délicate. San sotto le mani Noghi e Brody capitale Navas y essendo occasione del partito sta la replica del Betis, lo Celso palme arriva che torno da Kimmich. Oh, mamma mia, oh gosh, c'è di che allora va sto coinza. Keylor Navas, предположу, что мяч шел. Ох, как здорово! Просто отлично сейчас клал корпус. Подача. Балуа! Смотрите, что он сделал! И мяч... Перевод надо бить. Надо бить Шотару. Правильно! Ну что, хороший момент. Кейлор Навас напоминает нам о том, что он тоже играет в ворота. Сейчас, наконец-таки, пошли вперед. Большими силами. Неплохо. Лопер, забивай! Можете нам угадать. А вот это момент уже не спасает Кейлор Навас свою команду. Нападающий играет в стенку, отыгран Беле. Йоса идет сам с мячом. Кейта Вальде. Silva, la frappe lointaine, Santa Maria s'était cadré et il a fallu l'arrêt délicat là de Keylor Navas. Галин, штрафной, Галин бьет, отличный удар, дальний угол. И продолжение атаки. Пакета! Мощнейший удар бразильца. Кейлор Навас вытягивает этот мяч. Не трогает. Кейта Вальде. Можно пробить удар. И Кейлор Навас каким-то чудом отбивает этот мяч. Получается центр очень неплохо. Удар с левой ноги. Прекрасная игра вратаря. И Ундер сыграл здорово. Шикарная передача. И дальше продолжал. Великолепно было. Костриканец. И вот еще сложнейший удар и добивание. Морган Шнайдерлен. Мощнейший удар. И Кейлор Навас выручает свою команду. Но вот этого совершенно не... Под удар Хайдара бьет Навас. Очень неприятный удар. Опасный удар по воротам Кейлор Наваса. Навас получается. И классная передача. Бруно Гимараес бьет в ближний угол. Кейлор Навас. Il va sortir d'en profiter, la frappe de Wissarojo vers le premier poteau et encore Keylor Navas. Франции отличная передача. карты.